Короче, look at this. Look at this, man. Look at this. Look at this. Росату, смотри, треугольник. Смотри. Ну, ты понял. Смотри, здесь же следующий. ГХК, это совсем другое предприятие. Тоже треугольник. И внутри он образует, как бы, такой вот узор. Ну, это просто совпадение. Что такого? Чисто совпадение. Чисто совпадение, все. Да. На! А вот здесь тоже везде треугольники. Вот этот вот сейчас покажу ближе. Вот этот треугольник, он тоже образует внутри как будто бы глаз. Ну, как будто бы там наблюдатель. Ну, то есть, представь, что вот этот треугольник, это в центре, это камера наблюдения. Ну, как в том телефоне сейчас на тебя смотрит, вот кружочек. И здесь тоже, только здесь она немножко... Ну, это я просто сумасшедший. Это я просто сумасшедший, да. Ну, да, конечно. Я понимаю, я это осознаю. Я сумасшедший, я вижу треугольник. Понятно, что вот этот треугольник, как мне отец сказал, типа, ну, смотри, вот треугольник. Это просто обычный треугольник. Для простых людей это ничего не означает. Хотя, может, и означает, хрен знает. А вот как госкорпорации, хрен, хрен, нахрена на них треугольники, на госкорпорациях? На корпорациях нахрена треугольники, ты скажи мне. Нахрена. Чё они не могут сделать символ другой какой-нибудь? А? Не могут? Так, блин, что-то вообще так стрёмно. Холодно начинается. Вот. Посмотри, какие вандалы что сделали. Смотри, вандалы что сделали. Капец. Просто жесть. Смотри, похоже на змею. На ужа вообще. Какое-то чудовище, выплывающее с последние времена из Библии. Это апокалипсис. В последние времена чудовище вылезает. Короче, все здесь вандалы четко сделали. Нормально. Вот тоже зверь как-то. Глаз мой. Ну, короче, нормально все сделано. Четко. Мне лучше здесь... Не ходите. Эти девчонки, они... Если им начать говорить что-то про это, они, знаешь, посмеются просто и все. Я бы хотел им рассказать что-нибудь про это. Но они садятся в тачку, чтобы... Они... У них серотонин циркулирует. Им не до этого. Они просто четко себя чувствуют, радостные такие, блин. Как я себя никогда не чувствую.